Партнер рубрики – страховая компания «Росгосстрах. Жизнь». Доминует у вас страховой случай. Бодрого вам настроения! Сегодня мы назовем 10 самых читаемых книг мира. Но прежде составим такой рейтинг для уссурийска. «Мастер и Маргарита» мне снова приглянулась, я прочитал ее. Очень приятное воспоминание со школьной программы. Ну, нравится тем, что постановка фильма была очень интересная. И читаешь, и вспоминаешь фильм, в общем, очень интересно. Ну, я люблю читать исторические книги, потому что мне очень нравится история сама. Там можно узнать много нового. Последнюю я прочитала энциклопедию по истории искусства. Там рассказывается о картинах, художниках, скульпторах. Сегодня я прочитал учебник по биологии, и то, что я прочитал, помогло мне получить 5. Мировая статистика показывает, что самой читаемой книгой в мире остается Библия. На втором месте цитаты Мао Цзэдуна. Третье место прочно удерживает эпопея о Гарри Поттере. Недалеко обосновался «Властелин колец» Толкина. За романами фэнтези удобно устроились «Алхимик» Пауло Коэльо, «Код да Винчи» Брауна и «Сумерки». Куда же без них? Классика американской литературы роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и, что неожиданно, труд экономиста Наполеона Хилла «Думай и богатей» на 8-й и 9-й позициях. И завершает рейтинг «Дневник Анны Франк», одной из свидетельств Второй мировой войны. Вот такая она, книжная полка планеты Земля. Если поищешь в книгах мудрости внимательно, то найдешь большую пользу для души своей, говорил Нестор Летописец. Читайте больше. Удачи вам в делах, будьте грамотны.